Ты не поверишь, оказывается, у меня жених меломан. Как меломан? Он что, мел ест? Сегодня встала на весы и поняла, что конфеты и коровка – это не просто название, это предупреждение. Вовочка с папой в зоопарке. Вовочка говорит: «Смотри, смотри, папа, какая страшная обезьяна в клетке!» Папа говорит: «Молодец, сынок, что напомнил. Мама просила к обеду не опаздывать». Вовочка! Я уже и не знаю, как штопать твои носки. Дырка на дырке, а ты их к туфлям пришей. У любой вещи на свете есть изъян. Ламборгини, например, неудобно нажимать педали валенками. Вовочка, а папа у тебя кто? Акционер. А в каких банках он держит свои акции? В пивных банках. Он участник всех акций по пиву. Тетя Петруха в магазине спрашивает: «Дайте рулон туалетной бумаги». Его спрашивает: «Вам какого цвета?» Тетя Петруха говорит: «Дайте белого, я его сам раскрашу». Я хотел бы попросить у вас руки вашей дочери. А о какой именно идет речь? О старшей или младшей? А что у нее? Одна рука старше другой? У тебя высшее образование, а может даже два. Сделай вместе с учеником 4 класса домашнее задание по современным учебникам. Почувствуй себя идиотом. А кто это сделал? Блондинка сдает экзамен по вождению. Садится в машину, и инструктор говорит: «Вы не сдали». Блондинка спрашивает: «Как не сдали? Я же только что сел в машину». Инструктор говорит: «Да, сели, только на заднее сиденье». Как вы относитесь к здоровому образу жизни? Прихожу курить в лес, здесь воздух чище. После операции в палату к больному заходит хирург: «Извините, но в ходе операции в вашем животе мы оставили пинцет. Придется делать еще одно вскрытие». Больной говорит: «Ничего, ничего. Только давайте на следующий раз сделаем мой живот на пуговицах». В библиотеке я нашел две книги $10. Не найдется ли у вас еще произведение этого автора? Если дама в Фейсбуке написала: «Я сейчас загораю на пляже Ницше», значит, по дороге на работу в маршрутке сильно трясло. Посетитель зоопарка говорит смотрителю: «Я только что видел, в одной из клеток обезьяны играют в карты». А тот говорит: «Ну и что, они же на орехи». Подписываемся, кликаем на колокольчик.